Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу с вами поделиться 10 трюками, как увеличить свой глаз, точнее в мейкапе разные штучки. И возможно некоторыми вы уже пользуетесь, а возможно некоторые будут для вас новинками, поэтому если вас это заинтересовало видео, то оставайтесь продолжать смотреть дальше. Итак, первый трюк для того, чтобы увеличить наши глаза, это оформление брови. Маловажным этапом это главное поставить правильные точки, где у вас будет начинаться, заканчивается линия брови. Поэтому начинаться всегда она будет параллельно носу, то есть вот в этой точке, а уже концовка, то концовка вы прикладываете карандаш по диагонали от окончания вашего глаза по диагонали, и вот в том месте, где у вас будет проходить линия, в том месте будет у вас заканчиваться, то есть заканчивается хвостик брови. Таким способом вы сможете нарисовать себе очень аккуратные и красивые брови. Вторым трюком является покрытие корректором либо базой подвижное веко. Тем самым вы выравниваете цвет вашего века и визуально уже увеличиваете свой глаз. То есть не будет уже видно ни прожилочек каких-то, ни изменения цвета, то есть уже будет однотонное веко. Следующий трюк – это матирование века светлым оттенком. Он должен быть, знаете, не белым, а такой, как слоновая кость. Вот это будет самый идеальный цвет. И покрываем все веко. Следующий трюк – это берем светло-коричневый оттенок и растушевываем его в складку века, тем самым увеличивая глаз. Следующий трюк – это этими же тенями мы прорисовываем нижнее веко. Теперь немаловажным акцентом нужно рассветлить участки под бровь и уголок глаза. Берем светлый оттенок и рассветляем эти участки. Следующее, что нам нужно, это нанести в уголок глаза темный оттенок, а также прорисовать его на нижнем веке. Следующее – это взять скошенную кисть и темным оттенком теней пройтись по росту ресниц, либо же можете взять темный карандаш и точно так же пройтись. Следующим моментом – это подкручивание ресниц. Следующим моментом это, конечно же, рисуем ресницы. Советую вам держать зеркало не прямо смотреть, а немножко опустить зеркало вниз и смотреть как бы вниз, и тем самым прорисовать. В один слой, но я хочу еще придать более выразительный взгляд, поэтому я нанесу несколько слоев туши. Ну и последний трюк, это нужно нарисовать белым карандашом водную линию глаза. Тем самым вы расширите свой взгляд. И вот что у нас получается. Я думаю, видный результат не накрашенного глаза от накрашенного. Сейчас накрашу второй глаз и вернусь к вам. Вот так вот у нас выглядит окончательный результат глаз. Я думаю, что получилось неплохо. И тем самым немного увеличили наши глаза. И взгляд стал более выразительным.
И спасибо, что были вместе со мной сегодня. А с вами мы увидимся в следующих видео, конечно, как всегда. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И до новых встреч, и всем пока-пока.